В Москве стартовал конкурс начинающих архитекторов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. На сайте мэра рассказали, что в Москве 28 октября начался конкурс «Москва глазами молодых градостроителей». Студенты из 19 профильных учебных заведений представили на конкурс 91 макет в 4 номинациях: «Город будущего», «Дух мегаполиса», «Экогород», «Город-сад», «Реновация», «Новая жизнь» и «Город с историей на стыке времен». В качестве председателя конкурсной комиссии выступит руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Уточняется, что мероприятие пройдет в торговом центре «Арена Плаза». На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!